Мы освоили круг бедрами. Теперь мы можем сделать еще более широкий круг бедрами. Идем вперед по кругу, затем идем вниз, опускаем тело вниз и вращаем бедра обратно. Двигаясь по кругу, можно подводить руки к себе и от себя. Находясь внизу, мы можем немного похулиганить, если захотим. Поводить ягодицами, сделав на них акцент, и сделать круг. Руки могут вести себя классически. Выполняя круги бедрами, мы можем их сводить и возвращать обратно. Но это не обязательно. Если хотите, вы можете быть более чувственны. Делать вот так. И двигаться по кругу.